Итак, ребят, всем привет, с вами Борода, это Elden Ring, мы продолжаем его проходить. Соскучился по игре неимоверно, 2 дня опять отсутствовал в ней, но вот он я вернулся и готов к бою, готов убивать великанов и радовать вас интересной и крутой игрой. Поэтому пошли-ка мы заработаем свою 1000 деньги. Оп, первый фаер пошел. А, отлично, конечно, он на меня заагрился, потому что я же его первым задамажил-то, да? Вот, опять на меня, ну конечно, а кто же еще? Все, я ему-то мешаю жить, слушай. Ну у тебя ж там волков миллиард. В голову хорошо крит прошел, ему аж плохо стало, видал? Видал? Тихо, тихо. Подожди, у меня фляги кончились. Вот, кстати, вот когда он бьет мечом, это просто великолепно, чтобы его закритовать, правда? Хорошо, ну, почти умер. Что я могу сказать? Не попал. Немножко попал. Но немножко не считается. Попал больно. Ой, как больно попал, слушай. Убил. Не убил. Давай-ка на коне отскочу немного. Надо чуть-чуть похилиться. Хоп, порядок. Я пришел. Отошел. И убил. Вот и все. Вот так вот мы играем. Немножко туда, немножко сюда. Не нужно сильно напрягаться. Играешь на расслабоне, да и все. Ух ты, комарик. Ты меня пугаешь. Хорошо. Комарики эти. Внезапно как появятся? Всегда. Причем вот реально всегда. Так, я хотел куда-то отправиться с вами в путешествие. И сейчас я вам расскажу, куда. Есть у меня задача. Я тут немного еще драконий курган тут вот открыл. И есть у меня такая цель на сегодня. Пооткрывать все камни. Потому что вот очень бы мне хотелось, чтобы мы имели полное представление об игре. И у нас все было вот на экране, мы все могли понимать, куда нам что идти. Поэтому сюда я поставлю... Ой, немножко ближе. Вот сюда я поставлю луч, а этот можно убрать, пожалуйста, да. Хорошо. И сюда мы отправимся, потом вот к этому камешку. Заберем там свою карту. И пойдем дальше. Потому что я хочу в полной мере понимать, насколько эта карта большая. Стоп, я же убрал один луч. А какой еще луч остался? Ага, вот, вижу. Хорошо. Так, чтобы не запутывало, не мешало. Вроде как мне наверх не надо, да? Или надо? Скорее всего, все-таки надо. Потому что я вот, получается, у подножия возле водички. И по идее, надо. Но, возможно, там будет подъем. А возможно и нет. Давайте посмотрим. Змея. Червь. Что это? А что это такое? У-у-у, краб. Я понял, а я думаю, что это такое? Ну и ни хрена себе. Ты шо, странный? Не хочу я с тобой сегодня драться. Так, значит, надо как-то тогда наверх подняться тут. Странный краб. Чё он за мной до сих пор идет? Хватит. Хватит за мной бежать. Не могу понять. Ага, вот, есть, все, могу понять. Окей. Вижу подъем. Все, сейчас мы тогда наверх поднимемся. И будем открывать все камни. Чтобы иметь представление вообще об игре. Хорошо. Отлично. Пепел, священный клиночек. Кстати, пока я отсюда не убежал,
Здесь на вот этом мосту был какой-то колдун или кто-то в этом духе, в общем, какой-то NPC. И он кричал, что ему нужна помощь, его нужно спасти, но я без вас, конечно же, не хотел этого делать. Это как раз-таки мы прошлый выпуск заканчивали. Стоп. Вижу. Слышу, вижу, вижу, слышу. Это на фляге, если я не ошибаюсь. Эй, так нечестно. Я же кританул. Я же кританул. Ну ладно. Эй, ты будешь попадать. Хорошо, но это на фляге. За это ничего не дают, поэтому такое. Вот. Вот на этом вот мосту, на этих руинах, кто-то кричал, просил сильно о помощи. Поэтому давайте-ка поможем ему. Да. Эй, кто-нибудь есть? Кто желает спасти великого Кеннета Хейта? Ну, здравствуй. А, ты здесь, чтобы помочь мне? Не так ли? Очень любезно с твоей стороны, но... Нет, нет, я буду рад твоей помощи. Даже несмотря на то, что ты из погасших. Служителям истинного порядка могут быть не только аристократы. Может, мое имя тебе знакомо? Кеннет Хейт, законный престолонаследник Замогилья. Юная погасшая душа, у меня к тебе просьба. Освободи мой форт от захватчика, он на юге за туманным лесом. Его занял предводитель рыцарей Грозовой Завесы. Болван, каких поискать? И настоящий безумец, одержимый. Чего же ты ждешь? Прощального поцелуя? Мой форт расположен на юге, за туманным лесом. Отвоюй его. Ага, погоди, тебя интересует награда. Не волнуйся, великий Кеннет Хейт славится неслыханной щедростью. По случаю возвращения форта я устрою пир на весь мир. А теперь позволь дать тебе один маленький совет. На твоем месте я бы старался не попадаться на глаза охотникам Годрика. Их прочный хозяин одержим идеей приращения. С этой целью они и приносят жертвы. Честно говоря, Годрик просто выскочка. Глухая деревенщина. Какой из него владыка? Не смеши меня. Он сбежал из столицы, укрывшись за спинами женщин, а затем спрятался от Радана в замке. Потом оскорбил Маленью, проиграл битву и вместо того, чтобы умереть как мужчина, начал лебезить перед ней. Есть ли у этого слюнтяя хоть какая капля совести? И ведь в нем течет кровь Годфри. Думать только, последний представитель золотого рода, хотя по нему и не скажешь. Сейчас мне уже почти жаль этого парня. Так, все, окей. А, ну, это замок, скорее всего, Грозовой Завесы, в котором мы уже с вами были, открыли его, но на данный момент, конечно, тяжеловато там играть. Еще бы хоть немножечко прокачаться, и я думаю, вот тогда можно было бы смело отправляться и убивать. Так, стоп. Халявные баблишки. Давайте-ка заберем. Халявные баблишки я люблю. Это по мне. Тихо промазал. Попал. Хорошо. Главное ничего не пропустить. Так, руна жителя окраин номер 3. Да ты издеваешься. Ладно, с этой стороны. Конечно. Так, справочник лекаря. Хорошо. Наконец-то. Да ладно, справочник лекаря это то, что идет в создание или нет? Или справочник лекаря это то, что мне надо в круглом столу отдать? Так, парфюмерия, расходные материалы. Но здесь явно ничего не добавилось, поэтому предполагаю, что это то, что мне надо будет отдать. Ну, возможно, новые какие-то заклинания на хилы появятся или что-то в этом духе. Хотя мне, в принципе, этого хватает, я им почти не пользуюсь. Так. Руна бедняка. Жителя окраин 3.
Не помню, сколько жителей окраин 3D. Вроде бы около 1500. Поехали. Так, здесь посмотрели, все хорошо. Так, а вот и мой путь наверх. Кстати говоря, не особо-то и простой. Смотри, а я внизу не был еще. Ну блин, и что делать? И вниз надо спуститься, там вон что-то тихо. Что-то там лежит, я видел. И вверх надо, по идее. Давай. Так, хорошо. Уф, блин, да за что ты у меня снял-то? Теперь на ту сторону. Хорошо. Теперь можно и вниз, по идее. Что это такое? Это медведь! Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. А сможем ли мы зачитерить и пофайрить по нему? По идее, у него ничего не должно быть. Как он ко мне заберется? Аж никак, правильно? Ага, я понял, базару ноль. Базару зеро. А я буду прятаться за этим камнем. Отлично. Но тогда, парнишка, у тебя плохи дела. Вот, вот из-за чего крут фаербол, понимаешь? Мне не нужно прям вот впритык к нему бежать, париться по поводу того, что он меня убьет. Я просто такой имблю себе понемножку. Сижу ему, фаеры бросаю. Да и все. И что он мне сделает? Просто ничего. Понимаешь? Вот такая у меня имба. Но разве это не круто? Потому что я понимаю, что этот медведь мне явно не по уровню. Мне только-только вот стали по уровню великаны, с которыми мы можем нормально, адекватно теперь справляться. Сколько за него дождадут? 1200. Ну, не намного больше, чем дают, кстати говоря, за великана, видишь? Но зато здесь мы можем его комфортненько убивать и не беспокоиться. Потому что великан-то еще и может и убить, а этот нет. Оп. Волки? Ну, конечно. Вот суки. Вот суки. Тот не убил, так сейчас эти убьют, да? Отвалите. У вас слишком много. Так, первая цель. Да я бы проще его так убил. Хорошо. Подхилиться. Нет, не хил надо. На хил у меня маны нету, понял. Сейчас. Сейчас я иду, сучки. Так, мне кажется, самое время использовать звериную магию. Она будет побыстрее. Ну что, схавал? Да, она кастуется быстрее. Вот я нахожу понемногу преимущества. Отлично. Хорошо. Видишь? На быстрых и мелких то, что надо. Так, тут череп был. Так, хорошо, руна бедняка. Мне показалось, что немного иной череп, но нет, я ошибся. Так, еще есть? Или все, это все волки? Вроде больше было, они вон еще ходят. Я хочу сейчас попробовать всех вместе. Так, кровь монстра, окей. Но. Тихо. Мана! Мана кончилась, мана кончилась, мана кончилась. Минус, 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 минус. Вот так вот. Все. Приручили пёсичей. Так, и что ж тут должно быть такое у него? Кузнечный камень. Второго уровня, серьезно. Такая охрана бешеная. Так, что это? Лилия Трины, окей.
Но все равно, такая бешеная охрана и всего лишь кузнечный камень. Я не впечатлен, скажем так. А банок-то потратил. Так, ну наверх взбираться будет потяжелее, конечно, по этим камням. Но попробую. Чё нет-то? Надо попытаться. Так, еще черепок. Смотри, нам сегодня везет на руны. Так, хорошо. Еще черепок. Иду. Еще черепок. Ух ты. Козырное место оказывается, ребят. Да, ты можешь попасть. Хорошо. Ну а что? Я маг. Я не воин. Ну как маг? Пророк. Так, получается здесь все. Так, а я смогу отсюда, да? Не, не смогу. Понял, все, ладно. Получается, это только для спуска. Теперь мне нужно обратно забраться и точно так же подняться. Либо же вот здесь можно тоже подняться, вижу. Пошли сюда. Здесь ближе явно. Хорошо, какой-то ресурсик. А, вот есть поток воздуха, кстати говоря. Так, что там у нас? Волки, волки, волки. Вроде как ничего интересного. А чё, поток не работает? О, работает. Волк, ты хочешь драться? Но этого мы и так убьем. Пока он один, это вообще не составляет никакой проблемы. Так, тут у нас что-то есть? Это те, что начали с самого начала открывать камни. Но, ребят, мы в процессе. Сейчас, сейчас иду. Уже иду. Мы уже, кстати, приблизились. Ну, ты видишь, уже близко. Чуть-чуть осталось. Надо только с этого каньона как-то вылезти наверх. И все. Ой, хорошо пошло. Слушай, прям прокритовал. Отлично. Отлично. Ну, вот так вот. Вот так бы сразу. И мана не портится. Вот это мне понравилось. Ай, бейба. Идешь ко мне? Уи-ю. Иди сюда. Не идет. Или идет, но медленно. Не знаю. Что-то там спускается. Я тут твоих песочей поубивал. Давай ко мне. А, там он подъем есть, вижу, все. Ай-яй-яй, размен, размен, размен. Хорошо. Задамажил меня. Ты возьмешь ее в прицел? Молодец, молодец. Молодец. Хорошо. Вот так вот, фляжку отдал, молодец. Так, еще. Отлично. Конь мне, пожалуйста, сюда. Мы наверх пошли. Вот так вот. Хорошо. Все. Мы, в принципе, забираем вот это. Отлично. И уходим. Ну, тут тоже есть руины какие-то. Я не помню, были ли мы здесь. Кто-то помнит или нет? Да ладно. Задача одна, поэтому пошли. Мы еще успеем и здесь побывать, и в остальных местах. Потому что все равно мы мало где были. Мало что еще проходили. У нас впереди столько работы. Это жесть. Я хоть правильно иду? Ну да, правильно. Просто как-то я... А, ну я сразу по дороге пойду. Нормально. В принципе, получается, если по этой тропе идти... я помню, что это за локация. Это печально. У меня 3500 рун, и, скорее всего, здесь я их потеряю. Скорее всего. Ну, либо же мы можем попробовать здесь вкачать себе уровень, да? Мы, в принципе, понасобирали немножечко. Так, мне 9 с чем-то надо. А я одну использовал. Я понял. Я понял, хорошо. Ладно, давай с этой начнем.
Мне 9000 надо. Так, за третьего уровня дают 2000. Немного ошибся, я думал полторушечку. Хорошо. 2400, итого 8. Ай, не садись, не садись, не садись, не садись, не садись, не садись. Так, 8, и мне надо еще чуть-чуть. Но это не хватит. Еще несколько штучек надо будет. Обычных разбить. Так, штучки 3, наверное, будет достаточно. Так, смотрим сейчас, сколько там получается. Ну вот, по-моему, хватит. Ну, либо же еще одна. А, 20 штучек не хватает. Может, мы кого-то тут того? Или тут некого? Кто помнит? По-моему, у нас тут кто-то был. Но они либо слишком жирные были, я не... Вон. Это ж тот, кто вставал. Вот, пошла жара. Оп-оп-оп-оп-оп. Ай, затупил, я его выбил. Хорошо, вот. Все, мне хватит, да? Или не хватит? Хватит, все отлично. Видали, я ему сбил полностью атаку. Всю выносливость ему сбил, и он упал. Отлично. Кстати, неплохой. Неплохой навык вот этот магический. Что сначала он мне не зашел, а потом вот смотрю, вроде неплохо. Так, ну все-таки, пожалуй, я это качну. Мне кажется, вера или все-таки ловкость. Не знаю, левая, левая. Так, давай ловкость, ладно. Хоть копье качаюсь. Может, все-таки будет оно быстрее кастовать. Я-то делаю расчет на это, надеюсь. Так, камешек. Камешек вон туда. В принципе, а что у меня? Там есть что-то, кроме воронов? Из такого опасного. Вижу, там можно что-то подобрать. Давай попробуем. Еще бы они на меня не заагрились. Было бы просто прекрасно. Ага, понял, все, окей. И они все равно на меня заагрились. Хорошо. И вороны заагрились, и я умер. Все-таки высоко. Высоко. Окей. Уходим. Так, тогда придется круг кинуть. Там вроде как больше никакого спуска и нету. Ну да. Больше спуска нету. Хорошо, тогда пошли по тропе. Блин, ну это такая сложная локация. Не знаю, надо было не в эту сторону идти, камни открывать. Тут же еще где-то и дракона мы находили тогда, помните? Потому что я помню. Где-то здесь, вот тут гиена, тут эти вороны. Интересно, нас... О, пошла, полетела. Полетела, побежали, полетели, ё-моё. Что творится? Ну, мне главное, чтобы они все-таки от нас разогревались. Если они не будут разогреваться, то тогда да, конечно, тогда жесть. Так, тираноидные гиены меня пока не атакуют, но слышу, кто-то за мной сзади бежит. Привет, ребят, что у вас тут как? Вы не хотите со мной побегать? Нет, ну нет. Собака. Я поздно увидел. Жаль, что не работает вот двойной прыжок с приземлением. Так, ладно. Попытка номер 3. За третью попытку мы по-любому дойдем. Все, пошли. Ну, не знал я, что там так высоко. Думаешь, я запомнил, где я упал только что? Не. Сейчас так же упаду там же. Где-то тут мы спускались. Я помню. Да?
О, мой резвый конь. Что ж ты такой резвый? Ну тут они высоко, правильно? Хорошо. А что это за руинка? Эта локация просто, ну, очень жирная на данный момент, понимаешь? Горючая смесь. Ой, там повылазило всякой хрени. Ой, а это что такое? У меня такой нету вроде бы. А, есть. Не, нету. Отлично. Хорошо. Хорошо. Плюс благодать. Пошли. Окей. Че у вас тут еще в руинах есть? Ничего? Ой, там что-то было. Я бы хотел забрать. Хорошо, убегаем. Убегаем. Тлеющая бабочка того не стоила явно. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то умер. Мне еще и рунка упала. Спасибо. Но, кстати, мало что-то упало. Там 25 понты вообще. Так, еще одну благодать вижу. Хорошо. Опа-на. Бабуля. Здорово. Пальцы! Покажи мне свои пальцы! Показать пальцы. Она какая-то мазохистка на эти пальцы. Так. Что тебе больше по душе? Празднество или цветы? Найки проводит грандиозный фестиваль, чтобы освободить звезды. На востоке ты найдешь жесткий тугой бутон. Но осмелишься ли ты войти в самое сердце красной гнили? Видно, глубоко пальцы пошли. Да простят меня все. Ну а что? Так, хорошо. Еще плюс благодать. В дальнейшем пригодится. Сейчас-то, конечно, я сюда явно идти не буду. Это чисто для того, чтобы открыть карту. И ориентироваться потом в полной мере. Так... Ящероидные воины, здорово, здорово. Здравствуйте. Так. Шарик они мне не дадут сбить, поэтому давай до свидания. Идем дальше. Они по-любому уж очень быстрые, это же ящерицы. Так, руинки. Это что такое? А, это мой кривой луч, я понял, окей, все. Базару зиро. Так, а что там карта? Ага, у меня тут бой идет, и я не могу, но я вижу спереди благодать, поэтому можем схитрить возле этой благодати. Коснусь-ка я благодати. И присяду здесь. Хорошо. Так, окей, спасибо. Отдохнул отлично. Так, и я хотел посмотреть. Так, если я по этой дороге иду дальше, то я с легкостью прям попадаю на этот камень. И открываю себе карту еще. Отлично. Правда, тут уже и тропы особо не видно. Японский бог и новый дракон. Новый дракон. Я умираю, да? Только не плюйся, только не надо. Я же просто прохожу мимо. Отстань. Вон вижу, вижу. Вижу. Я вижу. Здесь, короче, на каждом шагу все оживает, все хочет тебя убивать. Короче, трэш полнейший. Так, все, дракон отвял. Хорошо, вижу какую-то башенку небольшую. Впереди чей-то при... О, торговец! О, это хорошо. Торговец это всегда круто. Давайте посмотрим, что мы открыли за карту. Смотри, здесь какой замок есть. Офигеть. Ну вот, тоже то, о чем я и говорил. Полноценно вырисовывается все. Это при том, что вот здесь вот еще ничего вообще у меня не вырисовалось. Потому что мне туда далеко что-то шумит. Боже, какой он большой. Он очень большой. Я в шоке. Так, не отвлекаемся. По-любому, где-то же здесь у меня еще что-то должно быть. Но здесь я камней не вижу вообще. Поэтому, скорее всего, здесь вот, наверное, уже все. Может быть, вот возле этого есть еще прохода какие-то камни здесь. Если это не конец карты и все. Ну а так, я смотрю, что, ну, наверное, все мы и открыли уже.
Получается, что да. Единственное место, куда нужно сходить, это вот сюда, и все. Так, у меня где-то же здесь я луч ставил, надо будет его потом снять. Так, ну пошли к торговцу. Может, он что-то годное предложит. Продаешь или покупаешь? А, ну он даже говорить не особо хочет. Я покупаю. Так, справочник воина-кочевника, мечевидный ключ. Аж 4000. Очень дорого. Так, заметка о пользе гравитации. Так, с небольшой подсказкой. Повязка победителя. А что за повязка победителя? Баланс двоечка всего-то. Всего да ничего. Но это, я так понимаю, максимально колдунская хрень или что? Ну, он прям легенький-легенький. Вес всего 2,7. Здесь 5,1, 2,1, 3,9. Ну, короче, максимально легкий шмот. Но у торговца очень хреновый выбор. Получается, у него вообще ничего нету, кроме мечевидного. И все. Мне его даже убивать не хочется. Потому что он как бы бесполезный. Так, ну, в принципе, туда я пока идти не буду, как я и говорил. Поэтому ближайший у меня... Не, есть вот камень. Плавучее кладбище. Но, насколько я помню, там сложно будет потом туда добраться. Давай на окраине туманного леса. По этой тропе мы как раз к лучу и дойдем. И посмотрим, что там. Конец ли карты, либо же есть еще какое-то продвижение. И, возможно, там какой-то переход там есть. Так, медведи. Ну, мы, кстати, вернулись на то же место, ребят, вернулись, с которого и начинали. Это очень хорошо. А, то есть мы, получается, ни в какие глуби не зарываемся. Там пробежали, ничего особо не осматривали, как вы видели. Просто мельком быстренько просмотрели и ушли. Камень нашли, карту открыли. Стоп. Это у нас на фляге, да? Не помню, но посмотрю. Но мне же интересно. По-моему, это на фляжке просто. Да, просто на фляжке. Ну ладно, чего уж тут. Пошли дальше. Так, стоп, сюда падать нельзя. Мы сегодня нападались, хватит с нас. Так, вон еще один. А вот этот не на фляге вроде как. Давай, догоняй, убивай. Хорошо. Эй. Это было больно. Но зато магический кузнечный камень. Ух ты, у меня здесь благодати нету. Смотри. А как я так? Это же очень удобная благодать. Мне бы не пришлось оттуда бежать сюда. Ничего себе. А, нет, есть. А почему я ее не использовал? Потому что я пошел не в ту сторону, что ли? Хм. Ну ладно. Так. Два луча. Я говорил, один надо было убрать. А вы меня не слушали. А я говорил. У меня здесь номер какой? Как понять вообще? А где еще одна? Вот, вижу. Убрать. Все, мне туда. Видишь, я не в ту сторону пошел. Пошел не на тот луч. Кто знает, почему я спрыгиваю с коня, если на коне их раздавить проще? Это не поддается логике. Пошли. Умер? Не, не умер, хорошо. Не хотелось бы. Так, всадник, тихо, уходим. Всадник силен. Очень силен. Не хочу я с ним сегодня драться. Я бы хотел, конечно, себе оружие поменять. Но вот я ищу копье. Ищу копье. Ага, понял я, где мы. Все, окей. Мне в ту сторону. Все, я понял, что это за тропа. Я понял, куда мы сейчас направляемся. Окей. Мы здесь умирали, помнишь? Ты обязательно должен это помнить, потому что мы здесь очень много раз умирали. Сейчас мы это все проходим.
Нам здесь делать, получается, нечего. Мы здесь уже были. Все это мы видели. Здесь нету ничего интересного. Тут мы дрались. Так, стоп. Луч. Луч туда. Не в ту сторону. Так, а в эту сторону... Дядя, ты чё летаешь? А как я должен... Как я это самый... Должен тебя убивать? Есть вопрос? Я понял. Ты будешь опять убегать от меня. Полетел. Что мне дадут за него? Что, ничего? Ну ладно. Подумаешь. Так, а здесь мы были? Получается, что были, потому что все собрано. Ладно, идем дальше. Хм. Есть всадник. Все бы ничего, но всадник это плохо. Всадника я не тащу. К сожалению. Он слишком быстр, а все, кто быстрее, файры по ним не попадают, но просто никак не попадают. И, соответственно, делать мне с ними нечего. Так, тут я кое-кого увидел. А ты не будешь атаковать? Тихо. Ты куда? Ты куда? Прячься в кусты. Прячься в кусты. Хорошо. Но опять же, я бы их всех зачистил с легкостью. Но есть одна проблема. Не падать. И вы знаете прекрасно эту проблему. Всадник. Совершенно верно. Моя проблема это всадник. Как я его буду убивать, я не знаю. Но я понимаю, что надо. Так, что тут? Осколок звезда света. Звезда света. Хорошо. Короче, осколок. Уйди с моего экрана. Тихо. Я ниндзя. Меня здесь нету. Хорошо. Шлем солдата Годрика. Ну вот сейчас уже пошел большущий риск. Потому что... С легкостью ко мне могут загреться остальные. Ну и ничего хорошего с этого не будет. Да-да-да. О, все, пошла жара. Мы уходим. Там, оказывается, лучник где-то был, да? Че ж ты мне не сказал, что там лучник был? Я не видел его. Так. Ты ж сюда не попадаешь, да? Правильно? Тихо. Ни одна стрекоза того не стоит. Особенно, если ты попасть по ней не можешь. Фляжечку. Ну, вот так попал, смотри. Удивительно. Так, вот о чем я это. Хотел посмотреть, что у нас тут. Долетит, не долетит, не знаю. Не долетел, но почти. Обидно. Что тут у ребят за движ? У нас тут есть какой-то форт. А мне в какую сторону? А мне как раз таки получается в сторону этого форта. Окей. Ладно, давай.
Хорошо. Руна бедняка забрал. Окей. Окей. Есть такое... Что это было? Маки, хорошо. А, подсолнухи. Ну, в принципе, одна хрень. Так, все-таки есть здесь какая-то дорога куда-то. Так, ага, вот что мне надо сначала уничтожить. Вижу, понял. Там есть благодать. Сначала надо к благодати, потому что, учитывая все это дело, вижу, вон там есть подъем. А где же спуск? Либо можно просто на коне на пролом пробежать до благодати, сесть, и потом со спины их всех просто зачистить. И не париться. Чё ж я вообще ломаю голову себе? Главное это здесь вот так вот аккуратненько спуститься и не умереть. Понимаешь, да, о чём? Ну, в принципе, все окей вроде. Вроде бы все по плану. Привет. Так, ребят, я быстро. Тынь-тынь-тынь. Ни хрена себе. Жатвенный мост. Так какой? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Вы, ребят, жесткие, жесткие. Опа, на мечевидный ключик подъехал. Это дело нужное. Плачущий полуостров. Смотри, есть какой-то полуостров. Надо же найти здесь камень. Надо же, чтобы оно открылось. Любопытно. Новая локация, которая настолько интересная. Так. Видишь, должна же быть какая-то здесь еще карта. Хотя бы на вот этот небольшой кусочек. Я так понимаю, дальше все, уже точно ничего не будет. Но здесь есть какой-то островок, который хотелось бы все-таки посмотреть. Но посмотрим мы его уже в следующем выпуске. Поэтому, ребят, не забываем подписываться на канал, ставить свои вкусные жирнющие лайкосики и писать комментарии. Всем спасибо, пока-пока.